Меня зовут Максим, всем привет. Изначально было присоединить именно балкон к кухне, сделать именно теплое помещение, то есть, ну, продолжение кухни, то есть утеплить и сделать такой же интерьер, как и на кухне. Так. Ну, и не нарушить тем самым фасад здания, как бы остекление, все, что осталось в таком же виде. Как бы задумка была уже год назад, то есть даже не еще не знали то, что мы именно в Светлой долине будем долевое брать. То есть изначально я уже смотрел Инстаграм, выбирал людей, то есть, ну, было несколько, то есть остановились именно на этой фирме, на этой компании, то есть из-за того, что как бы, ну, были представлены работы, так скажем, ну, очень хорошо, то есть и никаких ни протечек, то есть, ну, а вообще изначально, то есть в Инстаграме увидел то, что проверяют комнатную температуру тепловизором. То есть это, ну, как бы очень привлекло меня. И проверяли там минус 25 было, ну, в комнате тепло. Вот, и тем самым как бы решили сделать именно у них. То есть двухконтурно, именно чтобы фасад здания все это, чтобы вошло, то есть и чтобы было тепло уж, чтобы создать именно комнатную температуру здесь. Познакомили, получается, после договора с куратором. Был поставлен куратор, зовут Айдар, очень приятный парень. Все было сделано вовремя, то есть даже остекление пришло на неделю. То есть они придержали 1-2 дня, поставили все аккуратно, все было занесено в подъезд. В подъезде аккуратно все обклеили, то есть ничего не заморали, за собой убрали. Приехали грузчики, как я помню. Все за собой подмели, все убрали. А работы происходили вообще, то есть, ну, уже был сделан ремонт, то есть прям такой сильной пыли не было. Все, ну, чисто, аккуратно, все пропылесосили за собой, ушли. Остекление проводили два брата тоже. Прикольные парни, так скажем. Общались с ними, то есть мы и жили здесь, и общались с ними, как бы они работали, то есть, ну, все аккуратно делали, все за собой чистили, все стекла почистили, то есть все. То есть оставили, ну, идеально чистое помещение. То есть здесь в нашей квартире кухня не особо большая, как бы 8 квадратов, и решили просто увеличить пространство тем самым, ну, увеличить балкон, то есть поставить цветы сюда, то есть, может, какие-то там, ну, вещи, игрушки, что-нибудь такое. То есть не как балкон, а именно как, ну, как комнату использовать, то есть увеличить. Отделка не доделана, так как все, ну, поэтапно уж. Сначала остекление, потом утепление. Сейчас, ну, выбираем материал, как бы, и уже, я думаю, скоро уже будем делать. То есть, ну, все поэтапно. Там 2-3 этапа.